Дорогие друзья, я не знаю, голову помыл, не помыл. Смотрите, давай поздороваемся сначала. Да. А давай стандартно, знаешь, давай семья, всем привет, Тосочек, Красноярский край, потянешь? Да. Давай, я тебя щипну, сейчас, 3, 4. Семья, всем привет, это Сочи. Это Сочи, надо говорить, Краснодарский. Это Сочи, Краснодарский. 3, 4. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. Дорогие друзья, с вами Дмитрий и Наталья. Да. Смотрите, какая у нас история. У нас непростой дом, на самом деле. Непростой, потому что он крутой, потому что он с крутым ремонтом, потому что он недорогой, он находится в Мацесте. Улица Юбилейная. Улица Юбилейная. И при всем при этом, ну, с отличными характеристиками, и за такие деньги вы 100% его ничего не найдете, да? Дом, смотрите, сразу говорим, сразу, мы не из тех риэлторов, да, которые, не из тех консультантов по подбору недвижимости, которые, значит, расскажут, что это монолитный дом, а потом окажется, что он каркасный. Смотрите, дом каркасный, но стоит на плите, и это необычный каркас. Почему необычный? Мы сейчас даже не будем рассказывать, потому что лучше все это дело мы вам сейчас зачитаем, всю информацию, которую нам предоставил застройщик, а вы уже при необходимости, собственник, можете это потом перепроверить. Да. Почему продается дом? Потому что вы скажете, такой шикарный дом, почему продается? Давайте сразу. Обременение Сбербанка 15 миллионов рублей. Да. Люди не тянут семейные моменты, люди не тянут платежи, продают. Все, никаких подводных камней больше нет. Технически, юридически все спокойно. Либо вы в ипотеку просто перекредитуетесь, да? Да. Да, перекредитуетесь, либо за наличные, нет проблем, как бы погашаете, или сразу на сделку идем. Да, полная сумма. Проблем нет. Просто обременение 15 миллионов, ни на что это не влияет. Как-то люди понимают, у кого-то миллион, да, сейчас все объекты недвижимости у нас, собственно говоря, в ипотеке, там 99%. Дом крутой, рекомендую. А теперь еще раз, 115 квадратметров, 3,5 сотки земли, Мацеста, улица Юбилейная, и теперь я хочу, чтобы ты все-таки, или я, или ты, давай. Давай ты, со зрением немножечко хромаю. Ну, понимаете? Давайте, дорогие друзья, я все равно прочту, потому что, ну, знаете, чтобы не наговаривать, так будет лучше. Смотрите. Силовой каркас ЛСТК профиль, по сути, является каркасным домом, но каркас выложен не из дерева, а из ЛСТК конструкции. Это конструкция из оцинкованной стали первого класса цинкования, не подвержена коррозии, срок службы в закрытом виде почти вечный. Незакрытая конструкция служит до 90 лет, а у нас, как вы понимаете, закрытая. Изготовлена не кустарно, а на станках ЧПУ, завод-изготовитель НДКО в Сочи. Так, снаружи, смотрите, облицовка, комбинированный каркас, фиброцементный сайдинг, бельгийский кедрал, мокрый фасад, клинкерная плитка, производство Санкт-Петербург, кровля наплавляемая битумная по принципу плоской кровли с внутренним водостоком технониколь. Внутри, давайте, утепление стен 150 мм. 150, дорогие друзья, не 5, не 10, а 15 сантиметров. 150 мм, стены облицован ОСБ плита, стружечная, финишный слой гипсокартоновый лист, полы между этажами фермы перекрытия ЛСТК, полы теплые на первом этаже. На первом этаже у нас там и конвекторы, и теплые полы по всему полу, понимаете? То есть не какая-то, еще раз говорю, у нас тут игрушечный домик с вами. Дом стоит на плите, 250, скальник, весь участок дренирован, дренажированный, да. Вода нигде не стоит, есть подпорная бетонная стена. Дом двухэтажный, дом с дизайнерским ремонтом, подтверждаюсь, техники, стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, микроволновка, встроенный духовой шкаф. На первом этаже, ну, там, ладно, это уже дальше описание. Сейчас это все я вам покажу. Плитка в санузлах, керамомарация, сантехника, Брават, кухня Мария. Также имеется отдельная бойлерная с отдельным входом, бойлерная с специализатор. Ладно, это все вы сейчас увидите. Шкафы для, соответственно, дополнительно еще есть для газовых баллонов. Все, я сейчас вам это все дело покажу. Возле бассейна залита площадка, выделена зона барбекю, имеется стационарный мангал, беседка, поднятая от земли, дренированная, закрытая террасной доской и накрытая непробиваемым пластиком. Баня изготовлена в Челябинске. Баня-бочка 2 на 2, печка нагревает до 100 градусов, беседка вместимостью до 20 человек, мебель изготовлена на заказ, беседка и баня стоит на винтовых сваях. По всему периметру участка стоит деревянный забор. Также есть откатные электрические ворота Дорхан. Все, дорогие друзья, так и есть. Я немножко сократил текст, чтобы вас не утомлять. Всю информацию подробную готовы прислать на WhatsApp любому потенциальному покупателю. Классный объект. Цена? 27 миллионов рублей. Для Мацесты. 27 миллионов. Ремонт, мебель, техника. Заходи, все готово. Живи. Бассейн, баня. А красота, сколько зелени? Виды какой здесь, зелень, вот, пальмы. Своя парковка, ну просто подсветка на доме, ну просто супер, супер вариант, просто люди не тянут, 27 миллионов, друзья, приезжайте, забирайте, это реально, я обычно говорю, капитальный монолитный дом, нет проблем, абсолютно электричеством хотите обогревайте, хотите газом обогревайте, приезжайте, пожалуйста, и как бы живите, наслаждайтесь, кайфуйте, сдавайте, что хотите. Хочу подметить, дом уже 5 лет в эксплуатации, да. То есть это говорит о том... Договоре?
Нет, у нас полная сумма договора. Почему он более 5 лет? Уже 5 лет уже у нас было вот в декабре. Поэтому... У наших, собственно. Да, поэтому мы говорим о том, что дом не ползет, не стоит твердо, то есть ни трещин, никаких изменений в нем конструкции нет. Все как построили, как вот первого дня, так оно Все, давайте показывать. Так, вот бассейн. Просто, ну, сейчас, чтобы у вас было понимание, да, то есть мы сейчас поднялись от дома, бассейн, так, друзья, это никакие не трещины, ничего, просто надо немножко помыть, 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 ничего, никакие не трещины, ничего. Так, все, бассейн, вопросов нет, вокруг забота, какая-то подсветка, да, есть пылесосы, да, к нему все, все, да, инструменты, не, ну, верим, все, надо включить датчик, наверное, хорошо, все. Давай баньку покажем. Мангальная зона, беседочка, смотрите, все, она здесь тоже надо немножко помыть, соответственно. Да. Классно, все, мы уже поняли, что это все на Виндовице. Давай на продажу. На продажу, продано. Продано. Продано, ну просто бомба. Кто, кем, как, кто с кем, когда. Смотрите, банька, банька просто. Банька на 4 человека минимум, смотрите. Опа. Да, на семью. Все, натапливайте 100 градусов и ныряете. Прямо сейчас, не вопрос, как говорит Артур, прямо сейчас не откладывайте, дорогие друзья. Да. Все, прямо сейчас не откладывайте. Хорошо, вот такая вот у нас история. Соседство великолепное, подъездные пути просто шикарнейшие. Видовые характеристики, друзья. Горы, зелень, пальмы здесь, смотрите, плодовые деревья, ну, все есть. Капитальная модернизация, денег вложено просто, ну, немерено. Реально денег немерено вложено, есть вся история, как строили, какая компания строила, гарантия, все есть. Здесь, пожалуйста, детская площадка, все, подтягивайтесь, там отжимайтесь, дети прыгают на батуте. За домом территории, ну, не так много, но тем не менее. Блоки. Давай я пробегу здесь. Да, хорошо? Давай. Да. А нет, ты со мной туда пошли. А-а-а. Потому что у меня микрофон на всякий случай там. Вот здесь выход, соответственно. Вот выход с кухни-гостиной. Здесь тоже банановые пальмы. Здесь у нас шкафы есть, можно хранить баллоны. У Дмитрия Александровича просто стоят. Сейчас вот они здесь тоже просто стоят, но не пустые, да? Да, не пустые. Вот. Деревья, пальмы, оба, да? Что это такое у нас? Ну, бананы. Это бананы замерзли. Бананы, бананы. Все, здесь тоже немножечко, вокруг забор, подсветочка, здесь что-то росло, видимо, здесь тоже. Если у вас есть друг надежный, пес, то его сюда, сюда. У него мягкая кровля. Ой, ну-ка, открывай мне ворота, хочу это показать людям подъездные пути. Так, сейчас, минутку. Верочка, открывай, Верочка. У нас есть еще Вера, Вера здесь, не переживай. Сейчас открываем, пойдем, покажем подъездные пути. Накопитель, друзья. Все, на улице стоит, ничего не замерзает. Накопитель, насос, все здесь. Стоит аккуратненько под навесом, тоже подсветочка, смотрите. Все, Дарханчик открылся, просто идеально. Ну, подкрасить надо немножко, хотя и так пойдет на самом деле. Вот он, красавчик, просто красавчик. 115 квадратных метров, смотрите, здесь все чистенько, ничего не течет, не бежит, навесики. Ну, просто бомба, просто бомба. Подъездные пути, смотрите, вот они. Идеально, асфальтированная, двухполосная дорога. Просто на море будете за 10 остановка минут. Остановка за домом, вот. Да. 10 шагов остановка. Остановка. Общественного транспорта. Сейчас покажу, чтобы это не верить. А вот она, видишь, автобус. Да, нет, я понимаю. Вот она. Вот она, остановка. Посмотрите, идеально, идеальное соседство. Пальмы растут. Ну, Сочи, Краснодарский край. Только финансовый вопрос заставляет людей сейчас это дело продавать. Ничего больше, никаких подводных камней. Еще раз говорю, ни технических, ни юридических. У вас, пожалуйста, всегда есть возможность это через Сбербанк также переоформить на себя. Проблем никаких, друзья, нету. Всего хватает, света хватает, воды хватает, никаких вопросов нет. Пойдем в дом? Пойдем в дом. Пойдем в дом. Отлично, все стоит, ничего не треснуто. Посмотрите, уже больше, почти люди там 5 лет только прожили. Дренажирует все, водичка, все, видите, дренажные, есть промежуточные колодцы, водичка вся уходит. У нас дожди, сейчас шли дожди, вчерашние, да, позавчера. Воды нет, видишь, воды вообще сухо. Нет, все сухенько, все аккуратненько, пожалуйста. Хотите потом здесь плиточку сделайте здесь сверху, да? Да, и будет у вас здесь красиво, там, или брусчаточку, или плиточку. У вас высота позволяет до ступеньки, нет проблем, да? Чтобы все равно, ну вот, не было этого все вот в таком состоянии. Проблем нет. Проблем нет. Аккуратненько все, под клинкер сделано, но модненько, стильно, молодежно. А эти москитные сеточки, не знаю, мне честно, мне все нравится. Я бы под аренду даже. Если бы, ну, если вы как-то поможете, поделитесь. Заходим. Первый этаж, везде теплые полы. Здесь у нас керамогранит. Шикарная прихожая, просто шикарная прихожая, вместительная, шикарная, две световые точки. Супер. Дальше, здесь тоже гардеробный шкаф, заходим. Ванная комната, посмотрите, стиралка есть. Отличная, просторная, душевая кабина, все отлично. Полностью оборудовано, цвет плиточки, беленький, стены, выкрасы белые, инсталляция, аккуратненько. Все работает, абсолютно все, даже вот, все есть, водичка, аккуратно, полотенцесушитель. Тоже, пожалуйста, здесь полочки. Посмотрите, какая шикарная кухня-гостиная. Шикарная, просто шикарная. Все, что вы видите. Телевизор, подсветочка, обеденная зона. Здесь барная стойка, диван. Посмотрите, все стильно, модно, молодежно. Друзья, да за 27 миллионов рублей сплит-системы.
Да, посудомоечная машина, кухня, Мария, да? Да. Вот, ну, вся стройная техника, все с доводчиками, все аккуратненько. Микроволновка, электроплита, посмотрите, как все стильно сделано. Просто. Я под восхищением. И выход, естественно, на двор, во двор, там, к бассейну, к бане, панорамное окно. Ну, шикардос. Не знаю, по мне просто шикардос. Все это бегает. Да зачем это все? Да. Ну, это просто показывает, да, не, все с доводчиками, все новенькое, ничего там не бахает, не крякает. И все чистенько, большой, аккуратно. Да. Посмотрите, дверь Doors Invisible. И куда эта дверь ведет, вы думаете? В техническое помещение, дорогие друзья. Вы сейчас обалдеете. В техническое помещение ведет дверь. Вы представляете? Вот как раз таки я говорю. Всегда на всех видим. Подлестничное пространство для хранения хлама. Вот здесь так и получается. Подлестничное пространство для хранения хлама. Посмотрите, какая дверь просто модняла. Все, Наташа, пойдем на второй этаж. Да, поднимайся на второй этаж. Вот, тоже аккуратненько выполнена лестница, окошко, нержавеющая сталь, все смотрится красиво. Это у нас уже все тепленькое, да? Да. Вот, поднимайся на второй этаж. Извините, в этой комнате у нас просто что-то перегорела лампочка, тем не менее. Диванчик, выход на балкон как раз-таки, сплит-система тоже везде у нас. Сейчас там открою балкон. И мы здесь с вами видим, пожалуйста, тоже вот балкон. Балкон на все стороны света. Обратите внимание. Да-да, вот уже Наташа. Значит, беседка, баня, вы здесь все видите. Допустим, это пускай будет какая-то детская спальня, либо кабинет, например. Дальше. Дальше везде такие предметы декора, очень смотрится интересно. Дальше. Еще одна спальня, ну, назовем ее тоже детская, допустим, с выходом на балкон, телевизор. Все есть, гардеробные шкафы просто огромные. Кондиционеры в каждой комнате. Кондиционеры в каждой комнате, да. И здесь тоже балкон, вы вышли спокойненько, да. Все, посмотрели, вот с этой стороны, вот вам пальмочки, вот вам соседство, вот вам парковка. Вот вам виды, везде виды на горы, везде виды на горы. Никаких там нету подводных камней, никаких там кладбищ, еще что-то, просто супер. Просто супер. Все. Стены, еще раз говорю, под выкрас, аккуратненько смотрятся. Беленькие двери, светло-серые. Еще одна спальня. Вот, Наташа, как раз, да, твоя история. Привет. Уже, да, да. Друзья, два панорамных окна. Но это родительская спальня. Посмотрите, как в отелях. Вы здесь вот у вас такие прикроватные, не тумбочки, как бы, да. А здесь вы положили телефончики, книжечки, свет включили. Тоже сплит-система, свет, двухспальная кровать, огромный гардеробный шкаф. Подсветка, тоже. Подсветка, да. Да, с подсветочкой. Все открыли. Здесь целая такая полноценная, можно сказать, гардеробная. И выход опять же на балкон. На свой балкон уже. Лично. На свой балкон, да. Вам скажет третья сторона света, что называется. Да? То есть вы везде видите все абсолютно. Виды. Просто вы не представляете, какие здесь виды. Тем более, если вы приедете летом. Просто горы, красота, зелень. Ну нереально. Реально, я под восхищением. Еще раз говорю, и крутое соседство. Просто нереально клевый вариант. Нереально круто. Я, если честно, доволен, потому что меня Таша давно говорит, вытащить. Да, говорю, приедь, посмотри, какой шикарный дом. Все сама продает. Я приехал, я просто безумно доволен. Друзья, безумно доволен, потому что цена, качество, я очень рад и признателен. Просто, ну, супер вариант. И пойдем еще ванну покажем. Да. Ванна, что важно для любой женщины, это ванная комната. И здесь, дорогие, смотрите, какое шикарное окно. Шикарное окно на лестничном пространстве. Просто шикарно. И здесь двери софтачески очень приятные. Смотрите, то, о чем мечтает любая семья. Когда утром просыпаешься, все на толчок. Да, да, да. Две раковины. Ну что вы мне скажете? Подсветочка, две раковины. Просто. Почему-то тоже непонятно. А, вот. То сейчас скажет, опять не горит. Здесь тоже инсталляция. Смотрите, как все аккуратненько сделано. Под клинкер, отделочка, запилы, как вы любите. Все красиво, все аккуратно. Ванная комната, что важно для любой женщины. Вы здесь спокойненько ложитесь, вас никто не видит. Трубка. Алло, алло, дорогой, я тебя жду. Шампанское, сериалы, все классно. Ну вот. Вот знаете. Ну, придраться, говорят, всегда есть к чему, да, но, дорогие друзья, не к чему придраться. Вот просто не к чему придраться. И окно у нас опять с видовыми характеристиками. Да, это просто, вы открыли летом, вас не видно, вы лежите в ванной, да. Смотрите сериалы, пьете шампанское. И просто представьте, вот вы отсюда, вы легли, и у вас вот такой вот вид, да. У вас вот, ну, сейчас антимоскитная сетка мешает, у вас вид, ну, ее можно убрать. Вас никто не видит, а вы видите просто пейзаж на город. Ну, здесь грех шампанское не налить, Наташа. Да. Свечи, шампанское, то есть просто грех. Ты мне оставь открытым окно, потому что сейчас я пойду снимать короткие ролики. Я на это сделаю акцент. Все, давай мне микрофон, ты молодец, провела классную презентацию. Просто классный дом. Супер. Нет, на самом деле. Я подаю только те дома, которые бы я бы сама хотела. Да, вот здесь тоже свет надо включить. Вот включи здесь мне свет. Вот, где-то здесь еще. Тихо. Ну, подожди, пригорело? Ну, вот, пожалуйста, надо взять лампочку, потому что, как бы, хотелось бы, чтобы она горела. И везде предметы интерьера вот такие. Ну, вот, обычно Екатерина Андреевна это бы мне, может быть, подарила бы, конечно. Все, я сейчас закончу и буду снимать мелкие ролики, не закрывать. Наташ, дом просто бомба, продадим 100%. Вот, супер вариант. Супер, я сейчас подытожу, все скажу людям.
Да, сейчас побегу. Друзья, ну вы же знаете, какие здесь цены. Вы прекрасно понимаете, насколько здесь цены на Мацесте. 100, 150, 200, 80, 60. Здесь нет мелких цен, нету. У нас здесь есть домовладение классное, на 12 сутках земли, состоящее из 8 квартир. Это 55 миллионов рублей. Либо на 6 сутках земли, это же домовладение, 6 суток оставят себя хозяева, тогда 38 миллионов рублей. Просто, ну, бомбическое предложение. Вот ничего нет, в базу зайдите, 120, 180, 150, 160. У меня здесь есть тоже дома, меня люди просят поснимать, но я не приезжаю. Цены просто бешеные. Цены, у меня нет времени. А это просто 27 миллионов, полноценный дом, 3,5 сотки, 115 квадратных метров. Ну, просто супер вариант. Ремонт реально идеальный. Дом уже почти, что понимаете, да, 5 лет. То есть он себя уже показал, он уже весь развалился и так далее. Все нормально. Ну, понятно, что как в любом доме, может, где-то что-то, где-то что-то как-то чуть надо там следить, делать и так далее. Чисто нет никаких подводных камней. Никаких, дорогие друзья. Как красиво. Сидите, смотрите, какая полочка, какой клинкер, какие шторы. Ну, просто все белый, серый, клинкерный кирпич. Смотрится просто бомбически. Плюс дерево, плюс предметный интерьер, все остается. Друзья, кто у меня в бюджете до 30 миллионов рублей? Мацеста. Кто мечтал? У меня многие мечтают. Дмитрий Александрович, хочу Мацесту и так далее. Любители Мацеста. Автобусная остановка, опять же, взрослым нет проблем. Антимоскитные сеточки. Посмотрите, какие окна. Все просто в идеале. Цена, ну реально, ну, я не скажу, там смешная, ха-ха. Ну типа смешная до Сочи однозначно. С таким качеством ремонта. Все, я вам напоминаю, пожалуйста, если вы что-то такое продаете в городе Сочи, по номеру телефона в левом нижнем углу экрана вы просто набираете и говорите: Дмитрий Александрович, мы продаем. Подъехали, заключили договор, и мы вам это продаем оперативно. Мы долго не продаем, плохие объекты мы, ну, не берем, нам не интересно, мы же не будем годами это продавать. Если у вас есть что-то под ремонт, пожалуйста, ремонт причастовой и чистовой, Дмитрий Александрович и компания с партнером моим Александром делаем за лучшие деньги. Строительство домов, капитальный монолит с Романом Николаевичем, моим партнером, мы делаем, пожалуйста. Если у вас этот дом вы купите и не захотите его сдавать, не захотите здесь жить, набираете мне, заключаем договор, уборка с меня, клининг, реклама с меня, мелкий ремонт с меня, с вас получение денежных средств на расчетный счет. Я этот дом с огромным удовольствием буду сдавать посуточно, помесячно, как вы пожелаете, вы будете получать только деньги на расчетный счет. Поэтому отличный вариант. Дорогие друзья, строительство, ремонт и доверительное управление, и, конечно же, покупка недвижимости по лучшим ценам. Ну вот где вы еще найдете, если вот не у нас, да, не у нас такие цены. Ну просто, где вы найдете такой шикарный дом, я прям просто в восторге. Очень жалею, что целую неделю она меня упрашивала, а сегодня такая погода, она говорит: поехали, заодно покажем людям, что нету, то есть дождь, не дождь, что все сухо и идеально и так далее. То есть проблем никаких нету. Вы не пожалеете, когда приобретете такой дом. Мы вам по технологии все прочли. Дальше собственник даст вам возможность связаться с компанией, которая все это строила. Вы все уточните. Есть все фото, видеоматериалы, как это все возводилось, чтобы не подумали, что ой, какой-то каркасник. Народ живет в каркасниках, в деревянных, беды не знает. А здесь как бы из этой оцинкованной истории, как бы, да, они, у них там вечная гарантия. Поэтому приезжайте, смотрите. Ну, 5 лет. Ну, 5 лет он бы себе уже показал. Я когда хожу по каркасникам, по деревянным, там все это чувствуется. Люди приходят, полы гуляют, говорят: капитальная плита, монолитная, то все, ну, ходи не хочу, теплые полы монтированы. То есть, ну, проблем никаких нет. Вы останетесь, еще раз говорю, довольны. Любой жилой комплекс называйте, любое, как бы, предложение от риэлтора называйте, дадим цену вам лучше. На 100 тысяч рублей, ну, лучше. На миллион, ну, лучше. Деньги, деньги. Строительство, ремонт, доверительное управление, покупка недвижимости по лучшим ценам. Ссылочки на все социальные сети, Рутубы, Ютубы, Яндекс.Зены, Телеграм-каналы и так далее в описании под каждым роликом. Поставьте лайк, потому что мы развиваем с вами общее дело, это наша общая Ютуб-семья. Нажмите на колокольчик, тогда вам будет приходить уведомление о следующих видеороликах. Напишите комментарий, пожалуйста, не злобный, иначе если будет злобный с плохими словами, сразу в бан. Ну и, конечно же, что еще? Подписаться, нажать на колокольчик, написать комментарий. Что-то еще четвертое. Нажать на колокольчик, подписаться на канал, написать комментарий, поставить лайк под этим видео, да. Потому что Наташа специально сегодня помыла голову для этого, для того, чтобы снимать. И она следит за нами, за всем. Все, мы вас обнимаем. Мы ждем ваших звонков. Да, мы ждем ваших звонков, мы всегда для вас на связи. Удачи. Да. Как ты говоришь, обнял? Счастья, здоровья, любви, семья, я вас всех обнял. Да. Пока-пока. Обняла.